Вот пришло время продавать телефон. Ну, это, в принципе, новый. Это бампер уже бэушный. Короче, такой вот наборчик. Два бампера. P8 в оригинале куплен был в магазине Билайна, по-моему. В общем, здесь 16 гиг памяти, 3 гига оперативы, сделано в Китае, Huawei GRAUL00. Сертифицирован с российской прошивкой. Коробка имеется, чека, к сожалению, уже нет. Будем извлекать. Ну, носился он аккуратно, в принципе. Единственное, что есть небольшая царапинка здесь. Ну, а тут у нас пленка. Пленка поклеена давно, тут уже он по краям, конечно, затерта. Но, тем не менее, включается, все работает. Зарядить только нужно будет его. Пока поставим на зарядку. Да, телефон не новый, но тем не менее, может быть, за такие деньги кому-то он и понадобится. Это именно P8. Стоил он в районе 33-35 тысяч на момент выхода. Так, что тут еще есть в карабульке? Здесь у нас идут документы его. Ну, тут даже NFC, наверное, есть. Уже аж интересно стало. Есть тут NFC или нет. Ну, гарантийник даже есть. Покупался он в 15 году, 20.09. Даже с гарантийкой. Так, ладно. А что тут еще есть? А больше, в принципе, ничего-то и нету. Да. Штрих-кодик. Резинка. Ладно, сейчас зарядим, посмотрим, есть там NFC или нет. Ссылка на объявление будет в профиле. Тут были наушники, кабель и зарядка. Телефон был отвязан полностью от всех аккаунтов, сброшен до заводских установок. В принципе, остается его только зарядить и пользоваться. Ну, давайте зайдем в настройки, посмотрим, что тут есть. Внизу о телефоне. Вот все его данные. 3 ГБ оперативы. 10 свободных ГБ памяти. Правовая информация. Ну, в общем, бла-бла-бла. Вставляйте симку. Заходите в аккаунты. И свободно пользуйтесь. А, кстати, по поводу NFC. Очень было интересно посмотреть. Так, где-то здесь должно быть еще. По-моему, тут NFC все-таки нет. Режим полета. Так, Bluetooth нет. Не знаю, что там было с NFC модулем нарисовано. Может быть, на инструкции какие-то. Сейчас поищем. Так, это же Huawei. Ну, ничего нету. В общем, NFC нет. Как-то так.
Кого интересует, заходите в описание, смотрите стоимость. Ссылка на объявление будет. Да, кстати, по поводу яркости. Сейчас у нас стояла авто, яркость. Вот это вот максимальная яркость. Вот это вот минимальная яркость. Почувствуйте разницу. Ну, в общем, как-то так. На максимальной громкости. Камеру, как видите, нормально. Камера здесь, кстати, от Leica.